Тихо. Что у нас тут происходит? Это солдаты 139-й стрелковой дивизии. Сражаются с фашистами, их обстреливают со всех сторон. А они все равно не сдаются. Итак, наши смогли освободить город Рославль. Этот стенд посвящен 139-й стрелковой дивизии, которая в декабре 1941 года была сформирована на территории Чувашии. Дивизия на 70% состояла из жителей Чувашской республики.